Приветствую вас! И первое, что хочется сказать, то, что бороться с собой не надо, себя краски нужно принимать такой, какая вы есть. Именно то, что вы пытаетесь с собой бороться, и дает, собственно, такой эффект. Эффект, что вы боитесь серьезных отношений и хотите убежать от молодого человека, который сейчас у вас есть. Первое, что хочется сказать, это то, что для понимания того, почему так происходит, вам нужно проработать отношения с вашим бывшим мужчиной. Возможно, вы не отпустили еще эти отношения, не выразили свои переживания по поводу них, не извлекли опыт, не скорректировали свое поведение из расчетов на него, на новый опыт. И не до конца понимаете причины того, почему вы расстались и что к этому привело. Может быть, на основании этого у вас развились определенные комплексы. Если комплексы и сомнения в себе есть, то их нужно убирать. Это первое. Второй страх. Видите ли, страх всегда иррационален. То есть он не имеет никаких логических объяснений. Он не имеет представления в сознании. Это просто страх. Страх перед чем-то и все. Страх всегда неосознан. То есть мы чувствуем страх, но мы не понимаем, чего мы боимся. Соответственно, вам нужно спросить, чего же я боюсь в этих отношениях? Почему я вообще боюсь мужчин? Что они мне могут плохого сделать? Чего я боюсь? Что меня обидят или что я покажу несостоятельно в этих отношениях? Что я покажу, например, скажем, грубо, или там скучно, или чего-то еще. И в зависимости от того, чего вы боитесь, с этим и нужно исправлять. Если скучно, повышаем кругозор. Если недостаточно женственно, допустим, повышаем свое женственно. Если недостаточно уверенно в себе, то повышаем уверенность путем достижения своих целей в неличных отношениях, в неличных связях. А если что-то еще, то еще. Определите, вы боитесь самих мужчин или боитесь именно вот непосредственно себя в проявлении в отношениях. И тогда уже будем разбираться. Если боитесь мужчин, то это, скорее всего, у вас идет либо из отношений с бывшим, либо из детско-родительских отношений. Вот, скорее всего, думаю, отношения с бывшим. То есть вы как бы сравниваете на вашего настоящего мужчину в прошлом и опасаетесь повторения той же ситуации, что и было с бывшим. Но с бывшим такой ситуации не будет, потому что вы были неопытны. Сейчас вы более опытны. Просто этот опыт нужно осознать. Как я думаю, когда у вас отношения с бывшим не получились, вы достаточно сильно переживали, вы чувствовали себя униженным, брошенным, потерянным и так далее. И сейчас вы опасаетесь повторения того же самого, что уже теперь настоящий мужчина вас бросит, покинет, и вы вновь будете переживать. Чтобы этого не было, нужно извлечь опыт из предыдущих отношений, понять его, принять, проанализировать, усвоить. И тогда вы не допустите тех же ошибок, которые допустили в первых отношениях с бывшим парнем. Ну, а в отношении всего остального, в принципе, я сказал, тут уже нужно только определять направление работы и начинать процесс. Так что, либо вы самостоятельно будете разбираться с этим, либо выберете специалиста и начнете работать с ним. Зависит только от вас. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен.